вами в магазине Boss Round в Южной Голландии. Смотрите, какая красота. Сегодня 19 мая. Я ход. Такой магазин. Это только то, что на улице. Икшенди, вокал мой. Вот вил я инди потом, да. Лавандер фердейлан оф салмон. Авар, варисхой. Най.
Сюда. Ну вот, хочу вам показать, что же мы приобрели вчера в магазине, чтобы досадить оставшееся место у нас в саду. Вот такой хибискус. Смотрите, здесь уже кнопочки есть цветочные, видите? Вот такой хибискус. Это пойдет у нас в горшки. Такой полный, такой сиренево-розовый. Вот такие цветы. Как они называются сейчас, если вы увидите. Вот. Вот такие, посмотрите, красавцы. Взяли два горшка. Такие комбинированные. Вот уже, видите, пчелки, шмели. Уже прилетает. Вот. Вот досадим мы еще вот это вот испанские маргаритки. Красивенные такие. И досадим мы вот сюда. Вот из семейства петуньи. Тоже вот нарисовано, что пчелки будут на них хорошо лететь. Называются они. Сейчас я найду, где это название. Вот так называются. Калибрахуа Фестивал Колорс. Видите? Вот 5 евро за такую корзиночку. Здесь вот 6 цветочков этих растений. Да? Цветочков много, конечно, а растения вот такие. Вот наши вчерашние покупочки. Сегодня у нас зелени свято, или как Троица называется. То есть сегодня садить не будем, завтра все это посадим. Такую красоту. Вчера был пасмурный день, когда снимала там в магазине. Сегодня, видите, солнышко, и какая сразу красота. Вот такая красотища. И вот такой мы еще прикупили цветочек. Так он называется, если вы там прочитаете. Вот тут, смотрите, у меня уже розы вот-вот распустятся. И еще мы купили фиговое дерево. Я его пока в горшок поставила. Смотрите, здесь уже фиги есть. Вот одна, где-то была еще вторая. Короче, где-то там есть еще вторая. Пока в горшок такой поставили.
Тюльпаны вон отцветают у нас уже последние там. Вот пионы скоро распустятся. Безлук у меня вот оставила на цветение, на семена, видите? Скоро распустится тоже. Роза вот эта чудесная, она такая кремово-белая, очень красивая, необычная. Посмотрите, как лавровый лист у меня отрос. Перезимовал. Осенью его посадила. Вот, перезимовал и как отрос. Здесь у меня розмаринчик. Это вот тот горшочек, что показывала вам. Новые кнопочки герани. А вот сюда мы будем досаживать вот ту вот фестиваль цвета. Вот это мы покупали в прошлый раз. Смотрите, какая красота. Сюда к пальме. И вот сюда. Это все с прошлого раза. Вот мы досадим. Так они разрастаются, да? Очень красиво. А там у меня вон ирисы. Распустились уже первые. Очень хочу такие ярко-фиолетовые, которые на Украине растут, как бурьян, честно говоря. Хочу их и хочу такие оранжево-желтые еще. Там вон роза уже у нас, это новая роза. Тоже распускается. В прошлом году осенью мы приобрели и посадили. Это у нас вот слива. Тоже ей 2 года. Вот как пошла. Красиво. Здесь желтая роза уже тоже. Посмотрите. И вот, видите, насыпали вот слизняков, улиток. Потому что вот поели, только белые остались, маргаритки. А желтые вот объедали. Тут вот тюльпаны должны еще посохнуть, будем убирать. Так что, вот, кстати, в прошлом видео сказала, что не понравилась мне эта ловушка, не работает. Нет, неправда, вы знаете, работает. Так что должна извиниться, рекомендую. Заливаете туда пиво и улитки, слизняки отправляются туда на попойку. И, то есть так можно от них избавиться. Вот такие. Здесь у меня вот эта вот грибная трава. Типа сельдерея, но это не сельдерея, забыла, вот как называется. Здесь у меня голубика вот пошла. Или это ежевика? Нет, это ежевика. И вот здесь у меня стоят 3 горшка. Видите, лаванду мы так поставили. Вот сюда мы будем высаживать с лавандой. В 2 горшках будет лаванда, и посередине будет хибискус, который мы купили в эти горшки. Так что там буксус. Видите, как хорошо отрос. Что вот такой садик у нас в мае. Видите, как это преображается. Это соседская сирень, она вот уже отцвела. И виноград, посмотрите, как уже пошел. Отлично. Вот это громадные листья, это киви. Здесь у меня мелисса такая. Ой, лезет она всюду. Тюльпанчики отцветут, вот последние. Тут вот тоже пионы. Тюльпаны отцветут, и мы посадим сюда вот эти колокольчики. Какая красота. И вот эти вот белые цветы.
Ой, вот такое красивое разноцветие, конечно, солнышком это смотрится все вообще великолепно. Обожаю эту пору года. Ну, я думаю, все любят эту зелень, сочность, красоту. Будем мы вытаскивать уже подушки к своим креслам. Вот соседи уже сидят. Видите, козыречек свой опустили немножко. А мы пока солнцем наслаждаемся. Наш еще вот козырек закрыт, но позже мы откроем. Всем пока-пока и приятного дня и выходных.